Здравствуйте, дорогие читатели! Давайте поговорим с вами немного о докторе Майкле Грегере, ведь он настоящий энтузиаст своего дела. Со своими лекциями о здоровом питании он объездил полмира. Он и его команда неустанно собирают каждый день самые новые сведения о здоровом питании и бесплатно выкладывают все, что им удалось найти, в свободный доступ. Кроме того, Майкл Грегер – автор двух бестселлеров, которые переведены на многие языки мира. С первым бестселлером вы хорошо знакомы. Это книга «Не сдохни», которая вышла в нашем издательстве в 2017 году и с тех пор постоянно допечатывается. Сегодня я хочу познакомить вас его со вторым бестселлером. И бестселлер это кулинарный. Это яркая, удивительная книга с прекрасными иллюстрациями, в которой собраны все самые лучшие рецепты. Если вы вспомните ежедневный список доктора Майкла Грегера, там он рассказывает, какие продукты самые полезные и сколько порций в день нам надо есть, чтобы рацион оставался полноценным и здоровым. Ну, например, 3 порции бобовых, 1 порция орехов, 1 порция крестоцветных и так далее. В этой книге собраны завтраки, обеды, ужины, перекусы и напитки. Все рецепты включают оптимальный набор ингредиентов, чтобы ежедневный список доктора Майкла Грегера был выполнен. Питайтесь по доктору Майклу Грегеру и будьте здоровы!